Кошмар нет. Нормальный. Пропуск полов нет. Вы собираетесь играть в сложную игру, где им прощаются даже малейшие ошибки. Очень мило. Обречены. Так, стол, пускать блокнот. Самогонный аппарат. Как управлять, мне никто не объяснит, да? Генератор кончается бензин. Я видел уже битый трактор, может. Там что осталось, ладно, стол. На столе фотоаппарат. Докторский саквояж. Фотография чего-то. Клетка. Игра про чтение надписи слов. Так, я играю за какого-то врача. Обувь. Взаимодействие с объектом, который находится в ближнем расстоянии от вас. Кровать, радио. Шкаф. Смогу сюда хорошо. Тряпка, доска, зачем мне доска? Спичка. Медицинский справочник. Прыщи. Ключ. Ключ. Заперто. Если бы возле курсор 1 плюс, сломите лево кнопку мыши. Нажмите и... А, бля, это правая. Я дебил. Используй ключ. Отлично.
pick. Собачку жалко. Нажмите пробел, чтобы перепрыгнуть через запор. Это называется перелезть. Вот топор. Могу как-то его снять в руки, например. Я сразу нахожусь в инвентаре, видите, правую кнопку мыши, чтобы приготовиться к нападению. А как мне его поставить на панель быстрого доступа в смысле? У нас настройках летали то бежать. Ладно, дерево лезть мы через него не хотим. Я нашел. Зажмите правую кнопку мыши, чтобы приготовиться к нападению. Я готов. И левая, чтобы нанести удар. Да, что-то так сложно. Локация дорожка. Нажмите, чтобы открыть. Ладно. Точнее, напишите еще. Я закрыл все ходы и выходы, никто не может пробраться через эту чащу. Я же могу. Есть топор. Павшее дерево. Костер. Спички в костре, это немного странно. И тряпки. Нажми факел, нажми тап. О, факел. Факел сюда. Чем фонарик хуже факел? Смотри. Клеточки. Человек привязанный к дереву или что это абсорбирует? Ладно. Олень. Мистер Олень. Одежда. Починить проход. У меня же есть дом, зачем мне здесь что-то чинить? Что происходит?
Опять одежда. Мне же нужен был трактор. Что это? Если сюда ладно, сюда нельзя встать. Здравствуйте. Мужчина без сосны. Как-то много шевелится для мужчины без сознания. Ключ. Что произошло? Ясные пытки. Кто она? Что? Я, видимо, с ним боролся, потом связал, я не знаю, что у нас на дороге. Шар позвай. Я какой-то злой. Или это не я? Мне поиграть что-нибудь дадут? А, это все-таки я. Теперь поэтому что мне со здоровьем, меня же били. Деревянная дверь разобрать. И как в нее тряпка. Что за дерьмо происходит в этой игре? Двойник опускать. Отмычку. Помогите. Можно творить с помощью. Может, я скрафтить можно. О, отмычку. Фонарик. Лопата. Тяжелая, но зато длинная. Ну, я могу, наверное, лопаты не расхерачить или... Сломал лопату, открыл дверь, нормально. Эй! Он же только что тут стоял. Клетка. Лампа. Включить. Клетка. Шприц. Пинты. Это кто? Как куда идти? Как
Шкаф, осмотрено. О, можно шкаф лицом двигать. Возьмите канистру. Где канистра? Да. Возьмите практику выше. Не пускай. Чё? Канистру достань. Как светло. Что? 4, 8, 9, 2. Такое яркое еще. Я забыл. Бля. Проблемы. А, 4, 8, 9, 2. Охеренная память. Дверь заклинила. Попробуйте выбить. Чем наш кайф стула? Рели? Не хочу. Пошел нахер, у меня ножка от стула. Не подходи, я больной. Не, отстань. Блять. Пластиковый цыпленок. Серьезно? Это было страшно. Что? С кем я говорю? Чё? Твою мать! Что? Так, видимо, было нужно, раз я получил ачивку, потому что прошел пролог.
La verdad. ¿Y что это было? Почему я уже второй раз просыпаюсь? Печь. Еще сумел, ночь на ком запах. Челика сумел. Смотрит на печь. На кастрюлю. Эти грибы. Пульсирующие грибы, вызывающие аппетит. Готовить. Лентоза. Я играю с наркоманом. Ладно. Печь. Лампа. Лампа не работает. У меня ничего нет. Шкаф. Репка. Гвоздь. Фотография дороги. Дорога до дому. О грибах. Это польский какой-то господарстве там можем. Ладно. Пока на безвреди, думаю, не стоит. В общем, шкаф похож на ковер. Блин, окно я собираюсь доску, но сделать уже всем остальным. Редко перенести. Зачем? Просто так. Улучшение ячеек ПБД. Что такое ПБД? Бутылка с газом. Просто так. Ладно, понял. Как понять? Вот так. Грибы. Я бы вообще не трогал шлющие грибы. Да чем? Шучки. Пила. Пила доски с древесины. Тайник. 4, 8, 9, 2. Ладно. Еще грибы. Генератор. О, свет. А генератор вообще пуст. Снова фонкнус. Нужно найти подземную проходу. Подземный проход. Ага, понял. Так, а что мы сейчас древесину начнем с грибами? Что их надо приготовить, съесть, бороться ими. Так, не могу приготовить. Не могу сделать это 10 сенсов. Ага,
Я делаю себе шерево из грибов. Потрясающая игра. Так, убежищных полукует, так они все равно на таки туда. Колодец построить. Зачем строить колодец? Что это? Я хоть туда иду. Это белочка? Где я? Пойду за белочек. О, олень! Живой олень! Блядь! Вот отвали! Сука! Отвали! Нет, мне олени бросаются. Интересно, можно было оторвать под стул ножку и убить оленя? Да я нашел. Как понять, когда день, когда ночь, если тут всегда темно? Собака. Паки. Так, ну если на меня бросается олень, то к собакам я подходить не стоит. На открытую локацию спуск подземелья. Где он? Это что ли? Это вагон. Патрон, батарейка. Шкаф. Пачка сигарет или спичка? Спичка, конечно. Ну, грибы. Так, здесь где-то должен находиться спуск в подземелье. Как
Está bien. ¿Qué es esto? Почему эта игра меня так пугает? Я всего лишь наступил на грибы. Постановим пойти. Что? Травление? Мысли. Слушай, фонда освещает огонь. Источника света не обойтись. Типа сделай факел. Не могу сделать факел, у меня нет досок. Рюкзак. Вернул мотор. О, доска. Еще одна батареечка. Каждого холодного оружия есть распены. Так, попробуйте нажать среднюю кнопку мыши. Факел можно бить. Вовсе поддержка, да? Все кажется, вот этот рух. Что это было? Рухнет. Сначала грибы, потом двери. За 500 яйцов, не исключу, мне не получится открыть. Смотреть ручку. Слушать. Кто-то зовет меня. Посмотреть очную смену. Стало очень много. Ничего мне делать. Уйти. Понятненько, что мне делать. Странное мясо. Давай мясо. Кто там? Там кто там? Блять. Что? Что ты такое? Иди нахуй. Бля. Фу, блядь. Шкаф я хочу задвинуть обратно. А зачем я что-то хочу вообще? Тряпка. Я убил винтов.
Так, и как мне их использовать? Привязать. Лечение. Ладно. Одежда, мешок, отмычка. Хлеб. А где шкала, отвечающая за то, что я хочу жрать? Может, у той херни был ключ? Надо посмотреть. Эй! Чающая хуйтень. Иди сюда. Я тебя факелом бить буду. Ну ты где? Так, там вот эта дверь. С ней ничего нового сделать не могу. А где это? Сюда. Эй, в смысле? Нет никого. Ладно. Бинты. Бинты куда положить? Вместо мяса. Я что-то не понимаю, в чем цель игры. Привет. А, в смысле, факел показ, блядь, блядь, блядь. Об собак нельзя тушить факелы. Чё? Рюкзак, мешок. А где патрон, гость, отмычка? А, вот. Отмычка сюда. Гость сюда. Патрон сюда, наверное.
какие-то домы. Да, определенные. Это же мой дом? Да. Стоп, а? Порядка перенести, опустить, я думаю, пойду готовить грибы. Это все очень здорово, но что мне делать-то? Игра как концепцию. Пятничка, вот. Что мне делать? Печь. Что-то пока батарейки, там, не знаю, бутылку. Здравствуйте. Почему-то мне кажется, что я откинусь, так и не поняв, что мне делать. Меня убьет какой-нибудь олень или бешеная белка, я не знаю. Белочка, ты что? Типа свет значит, что наступает вечер, или что? У меня цвет поменялся. Берем соблюдщика, конечно, мне, окей. Я хоть туда иду, я потерялся уже что-то. Перехлеб.
Я совсем темнеет, куда идти? Так где я? Алло. Вот. Что это такое? Нет, да. И тут явно нет. Ну да, потеряться в лесу. Потрясающе. Здравствуйте, стрёмный. Блять. Блять. Сходил, блять, называется, наверх. Посмотреть, что там. Все ясно. Меня съело что-то. День два, интересно. Оборотень? Чё? Нет, ты не понимаешь, это... Не берет кухон леса. Показать предмет цыпленок, фотографии дороги, нужно быть дорогой домой, целопидор, сплетничать. Красное яйцо. Хлеб нужен. Сколько? Канистр давай. Нанифай. Давай канистру и отстань, уходи. Живет на сухом лугу. Тут... То есть я пошел наверх и умер снизу. Чего?
это здесь так не работает. И... Сложно. Так, лазерёк, родня, противный предмет. Может попробовать найти потерянный предмет. Олень или лось? Лось скорее. Так, от лося я шел. Куда я шел от лося? Попал в подземный проход. Вверх? Собачки. Ладно, чуть-чуть больше, значит, я шел. Так, окей. Я сейчас дошел до сюда. То есть потерянные предметы под лосем где-то. Кто, бля? Какого хера ты здесь делаешь? Отвали! Мне бить тебя нечем. Доску достань, доску пей доской, я не знаю. Лагерь выбрать не мой. Он сказал мне дойти туда. Тихо, 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 не надо идти в мою сторону. Вниз нет смысла, потому что у меня нет даже файла. Значит, нужно сходить попробовать в лагерь оборотня.
Ти чё, у тебя тут ничего нет? Зачем ты сюда пришёл? Мясом ещё обзывается. Собака. Сука, я испугался. Ебучие грибы. Ядовитые грибы. Ясненько. Ясненько. Почему бы не умереть просто, блять, от грибов? Шарики. Да, я знаю, что мне нужен глухой лес, но я хочу сначала понять, что на карте вообще обозначено. И с этим работать как-то, может быть, можно. Древесина. Ребно, камень, гвозди. Уже что-то. Еще древесина. Так, окей, тут бревна выше что? Что это? Это нехорошее, мне кажется. Грибы. Еще грибы. Кастрюля. Ага, я понял. Типа деревья странные. Блять. Встань. Так, я где-то здесь. Нахуй. Так, антидот. Ими защищает от яда. Ничего полезного, в принципе, сделать не могу. Я могу сделать себе досок. Древесины. Бревна же считаются древесиной. Да? Увеличится дальность обзора мотыляков. Разве не можно восстановить здоровье с источником света? Разве не можно увидеть предположение на карте? Можно установить вторую, поедая грибы. Нахождение неизвещено. Чего? Давай дальнозор, наверное. Теперь нужно выбрать отрицательное качество. Допустим. И я типа обдолбался и могу уйти. Ладно, пошли в темный лес.
Блять, собака, отъебись. Подморили. Мясо как-то можно бросать. Можно кидать, можно использовать скрыванки для хищников. Как мне его кинуть? Ой, о, прикольно. Если что, буду кидаться мясом. Веточки. Что это? Что такое дерево? Что за дерево? Дерево тело. Кого-то привязали к дереву. Окей, если это не дерево, тогда все. Я больше не потеряюсь, я научился ориентироваться, наверное. Но это не точно. Что это? Что это? Что это? Это дерево? Да еще не должно, в принципе, стемнеть, вроде как. Это тоже не точно. Здравствуйте. В смысле, я чё, прошёл? Где-то есть проход? Чё? Эй, игра! Мне сюда, точно сюда. Вот. Да в смысле? Так, там собачки кого-то живут. Грибы. Грибы обходим. Так, ну я сейчас приду в его лагерь верхний. По идее. Да. А чё там? Псина, а как туда пройти? Ну, нашел какое-то оружие.
Есть робототряпка, тряпка. Я могу делать факел. Ну-ка. Если на той или та дверь бронированная, значит, наверное, ее не откроешь или откроешь? Сука, не знаю. Надо попробовать открыть ту дверь отмычкой. Да, если умереть не страшно, это же не какая-то кошмарная сложность была. Так, а смотреть это все ясно. Отмычку заюзать как-нибудь там нельзя. Блин, бронированная дверь, не бронированная, но замочная скважина-то везде одинаковая. Чё б нет, это же не сейф. Логично же, логично. Правильной отмычкой можно все открыть. В смысле, какая разница, какая пушная дверь? Блять. Спаси себя. Давай, вытащи. Ну, что я хотел сказать, какая разница, какая пушная дверь, если там замок же вроде такой стандартненький. Я, блядь, наблюдаю за грибами и наступил в капкан. Потрясающе. Ладно, пойдем дальше. Горевший дом. Тут что-то должно быть. Полезное, типа, там, не знаю, финального факела. О, у меня же есть бинты, почему я их не использую? Ну, на картинке там обычный такой замок, типичный. Ключ не подходит, у меня же есть отмычка. На выход там тут есть. Темнеет. По домой. Нет, эти грибы нельзя собрать, я тут
Сдался. Пенек, отстань. Можно собирать только большие шевелящиеся грибы. Как забаррикадировать окно? Плохо. Забаррикадировано. Эту херню поставил. Окно забаррикадировать. Так, короче, кроме грибов здесь ничего готовить нельзя. Видимо, могу поспать пока ночь. Или чё? Ой, окно не горит. Доски. Доски нужны. Свет включи. Нужен. У меня всё равно не забаррикадировано окно. Свет надо включить сраный генератор. Убрал внизу интерес. Грипп. Лампа была. О. Слишком опасно готовить ночью. Поспать могу? Нет, нет. Окно закрыть. Нет, ну, блядь. Я хотел его поднять. Да. Я абсолютно спокоен. Еще одно незабаррикадированное окно, здорово. Нигде нет. Хочу капкан, делай капкан быстро. И беги нахер. Сейчас да, капкан хочу. Где он? Какая херапка. В смысле, где капкан?
хочу поставить у окна. Потому что я параноик. Главное опять к нему наступить. Так, ну забаррикадируем там дверь, ну все хорошо. Так долго мы тут сидеть. Это окно не забаррикадировано. Это я вам подвигаю. Я уже испугался. Думал, где-то что-то происходит. Я хочу поставить шкаф здесь. Вот, отлично. Что это? В смысле все красное? День 3. Вот это я выживальщик. Прямо бога. Что это такое? Должен держаться вместе, брат. Показать фотографию. Торговать, что у него есть. Тащий гриб, канистры, словом, часы. Если это парашек, лопаты, трубка, фонарь. Патрон. Медали. Ладно. Мне не будем ничего делать и покупать, наверное. Ходят тут всякие по моим домам. Это собака какая-то пришла теперь. Мужик в шлеме. Давай гриб, я не могу представить. Ну, это надо выкинуть. Как это выкинуть? Я хочу это выкинуть. Отлично. Сюда. Так. Чтобы включить генератор, можно идти дальше. Уходит лес. Бля, то, что дверь открывает. Я же испугался. За кошкой тут грибы видел ночью. Странные пути. Белочка. Твоя белочка, что это такое?
Могу здесь как-то пройти. Лабиринты. Кажется, меня сейчас что-то убьет. Грибы. Интересно, ходит тень. Пик. Что это был за звук? Мне понравилось. Разобранный трактор, еще одна канистра с бензином. Тут выход есть в этой трубе? Или нет? Кто там рычал? Капкан. Да, ящик точно. Меня просто отвлекло это стрёмное рычание. Но на ящик кликать нельзя в любом случае. Это телега, вроде как. Ага, вот ты рычишь. И нахуй. Псина больная. Жертвенник? Что? Я же тут ходил. Какой жертв? Ты кто? What? Там псина бродит в кустах. Стрёмная. Не псина, не стрёмная, но рычит она крайне неприятно. Ящик у трактора. Ладно, зайду еще раз в кусты. Здоровый с собакой. Бля, правда, ящик лом. Я не заметил. Хреб, лампа. Лампа. Куда бы повалить лампу? Почему гвозди не вот так же? Лампа, бинты. Бинты. Ну-ка.
Да, все в классе. Хлеб. Хлеб не нужен. Трогон, тряпка. Тряпка вместо грибов. Пройдусь-ка я направо. Глухой лес подождет. Что за звук? Что? Лампа, ну, временная. Блестящий камень. Так, я лучше домой схожу. Не нравится мне это. Выложу канистры, киристры. Блять, чё, канистры. Генератор. Генератор перед тем, как стемнеет. Бесполезно прятаться в тени, они все равно придут. Ничего, никаких нарушений. Так, сразу на душе спокойно станет. Нет, тряпку с собой возьму, оставлю козни, спички, веревку, доски, металлолом. Нормально. Блестящий камень. Поднять. Взять в руки. Зайти.
Это моя верность. На всякий случай. И хватит на сегодня такие сгоревшие дома. Их можно будет обыскать еще раз. Да. Блять, пес. Тихо. Так. Так. Клип. Это можно как-нибудь сохранить? Или оно само? А, вот сохранение, отлично. Ну все тогда.